Всем привет! С вами я, Никита. Сегодня на моем канале будет обзор игры Top Speed. Это игра, в которой драг рейсинг. Здесь особо рассказывать не о чем, я расскажу самое интересное, самое главное, это будет коротенький обзорчик. Рассказывать буду быстро, пару гонок и все. Итак, смысл игры в том, что надо переключать правильно передачи в зеленой зоне, чтобы обогнать соперника. Также можно прокачивать машину, получать награды. Здесь вот у нас награды. Автодилер. Здесь можно посмотреть, какие машины можно купить. Ну, здесь на всех уровнях. В игре 5 уровней. И еще есть уровни, которых очень много. Но здесь левел называется. Много левелов. Сейчас у меня 69 левел и 5 уровень. Улучшение. Здесь можно прокачивать. Турбина, коробка передач, двигатель. Этот ускоритель. Выхлоп. Колеса и корпус. Также можно поменять расцветку. То есть здесь можно купить разные наклейки, такие, такие. Ну, много всяких разных наклеек, но у меня сейчас вот эти. Ну, допустим, мы поставим вот такую желтую, пусть остается. Мои машины. У меня сейчас 5 машин, на каждом уровне по одной. Ford Focus RS. В цветах тигра. Mitsubishi Lancer, Audi, Nissan GTR и вот эта вот машина, на которой я сейчас езжу. Итак, гонка. Вот они 5 уровней. Первый уровень – порт, но я его уже прошел. Следующие – пригороды, шоссе, маленькая Азия и центр города. Сейчас я на центре города. Здесь есть рейтинговая гонка, то есть здесь можно... Ну, сначала ты находишься на 25-м месте или что-то около того, а потом поднимаешься вверх. И надо дойти до первого места, и тогда будет уровень пройден. Битва с боссом, здесь несколько боссов, но эта игра, это как Shadow Fight, только на машинах. И вот уличная гонка, здесь уровень сложности. Первый, это 1/4 мили легко. Второй... 1/2 мили легко. И третий легко, но с самого начала это трудно. Но потом, когда прокачаешь машину, становится легче. Тоже 1/4 мили. Сейчас попробуем битву с боссом. Начинается второй раунд. Я так просто не сдамся. Есть, мы его опередили. Все, победа в гонке наша. Здесь пишет, что ты победил. Это чудовищно. Итак, я победил, он проигравший. Мне дали 130 тысяч. Ну и здесь считается за идеальные передачи, идеальный старт и доп. Наклейки. Наклейки тоже дают бонус. Ну и давайте попробуем рейтинговые гонки. Есть рейтинговая гонка и уличные. В рейтинговой гонке трудно. Ну, я натренированный, поэтому я уже победил. Но если хотя бы поиграть дней 5, то можно уже научиться правильно переключать передачи. Я на 4-м месте. Вот я могу получить награды и улучшить какие-нибудь части. Ну, например, улучшим турбину. Доставка занимает 30 минут. Вот такая вот игра. Ну, можем еще одну уличную гонку быстренько провести. 3 звезды.
Ну, здесь вообще легко. Здесь просто, чтобы денег заработать. Денег дают мало, но немало. Также здесь можно гоняться за преступниками, но это доступно только один раз в день. И нельзя пропускать ни одного дня, иначе заново будут идти преступники. Все, вот такой вот обзорчик игры, короткий. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!